В Ульяновске открыли мемориальную доску Василию Тезетеву. Летом 2010 года наш земляк проходил срочную службу в военной части под Нижним Новгородом. При тушении лесного пожара Василий вывел из огня свой отряд, а сам трагически погиб. За мужество и героизм при выполнении воинского долга младший сержант Василий Тезетев награжден государственной наградой «Орденом мужества» посмертно. Памятную табличку установили на здании школы номер 22, в которой учился герой. Сегодня в жизни нашей школы очень важное событие. Мы открываем памятную доску, нашему мемориальную доску, нашему бывшему ученику, который, выполняя гражданский свой долг, военный долг, при тушении пожара в районе города Саров, трагически погиб. Мы Василия помним. В память о Василии присвоено школе имя. В память о Василии мы ежегодно проводим всевозможные конкурсы, соревнования, проводим дни памяти. В открытии мемориальной доски принял участие глава региона Алексей Русских. Мы все будем помнить его подвиг. Александр, тебе есть чем гордиться. Ну а мы, администрация и правительство, будем всегда делать все для того, чтобы чтить память наших героев и передавать ее из поколения в поколение. Подвиг Василия Тезетева является примером мужества и отваги для подрастающего поколения. Он являлся командиром отделения, получается, и при выполнении служебно-боевых задач он вывел личный состав, но в связи с тем, так как во время пожаров упало дерево и получил он травму, несовместимую с жизнью. Но при этом он спас личный состав, так как он шел замыкающим при выполнении служебных боевых задач. Родители Василия Тезетева высказали слова благодарности в адрес правительства и администрации школы, в которой учился их сын. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах, даже спустя много лет. Доска памяти открыта в школе, в которой он учился как пример подрастающему поколению. Мероприятие завершилось возложением цветов. Красные гвоздики в память о герое несли те, кто помнит его скромным школьником, и те, для кого подвиг героя навсегда останется примером храбрости, мужества и отваги. Валентина Никонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.